Здравствуйте, Кэтрин. Это видео про ваш объектив Helios 77M4 с установленным переходничком для Nikon и одуванчиком Ушникова. Вот, смотрите, диафрагма работает. Все механизмы в порядке. В центре линзы есть маленький пузыречек воздуха, который не влияет на получаемые фотографии даже в паспорте к объективу, когда во времена Советского Союза они продавались в магазинах «Фокус», было написано, что внутри линз допускается некоторое количество пузырьков воздуха, что не является технологическим браком. Сейчас я вам продемонстрирую запрограммированный одуванчик. Смотрите, на этих переходниках всегда красная точка немножко неправильно нарисована, поэтому когда вы вставляете объектив с одуванчиком в камеру, ориентируйтесь на средний контакт одуванчика. Совмещаем средний контакт одуванчика с белой точкой на камере, немножко прижимаем очень аккуратненько и против часовой стрелки до защелкивания. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 1,8 до 16. Очень аккуратно вставляете и вынимаете объектив с одуванчиком в камеру из камеры, и одуванчик прослужит очень долго. Задняя крышка. Бонусом ультрафиолетовый фильтр Хоя. Передняя крышка. И чехольчик. Сейчас я упакую ваш объектив, и сегодня он поедет к вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.